Жительница Алматы Кунис Абзалова 14 лет живет в общежитии для военнослужащих. Комнату ей выделили как сотруднику воинской части. Женщина работала уборщицей. В этих 20 квадратах мать-одиночка вырастила и воспитала 5 детей. После выхода на пенсию выясняется, что жилплощадь ей дали без правоустанавливающих документов. И в комнату, где она живет, в любой момент могут заселить новых хозяев. Эту пристройку к административному зданию воинской части Кунис-Апа называют любимым домом. Комнату в общежитии ей выделили как образцовому сотруднику. Здесь многодетная мать-одиночка вырастила и воспитала 5 детей. Сейчас это вполне благоустроенное жилище. Однако 14 лет назад и тепло, и воду, и канализацию сюда женщине пришлось проводить самостоятельно. Обидно, что я сюда столько сил и финансов вложила. Отработала в воинской части верой и правдой 14 лет. Все командиры и солдаты уважали меня. А после выхода на пенсию выясняется, что у меня нет никаких прав на эту комнату. С такой же проблемой, как у меня, здесь живут еще 12 семей. 2008 года Кунис Абзалова претендовала на жилье из государственного фонда. Подходила по нескольким категориям. Многодетная мать-одиночка была еще и пострадавшей от Семипалатинского ядерного полигона. Однако, как выяснилось позже, с очереди ее сняли без всякого уведомления. 14 лет назад я заполнила заявку на получение квартиры из госфонда. Принесла весь перечень документов, свидетельства детей и о том, что я многодетная и нуждаюсь в жилье. Каждый год узнавала, как продвигается моя очередь. А оказалось, что из очереди меня убрали. Теперь 65-летний Кунис Абзалова может остаться без крыши и крова. На комнату в общежитии у нее прав нет. В очереди на жилье она не состоит. На ее обращение Минобороны ответили, что к ведомству пожилая женщина не имеет отношения. И по вопросу предоставления жилья стоит обратиться в Акимат. Но сколько времени и сил это займет у нее, никто ответить не может. С официальным запросом мы все же обратились в Министерство обороны, а еще в общественную приемную партии Нур-Отан и к депутатам Мажилиса парламента. В следующих выпусках мы обязательно опубликуем ответы официальных лиц.